Добрый день. Была нами приобретена вот такая туристическая кухня. Компания Berger, немецкая фирма, изготовлена в Китае. Первый раз мы ее увидели, отдыхали на море, и у наших соседей была такая кухня. Были очень впечатлены и решили себе ее приобрести. В реальном времени хочу вам показать ее сборку. На Ютубе есть ролики, когда ее очень долго собирают и говорят, что ее сборка этой кухни некомфортна. Сейчас я хочу вам показать, как она собирается. Собирал я ее один раз, когда пришел товар. Я ее собирал, чтобы посмотреть, есть ли брак или нет. Это вот основной каркас, это верхняя часть у нас будет с клееночкой. Сначала трубы имеют несколько размеров, их надо вот так поставить. Две большие трубы отдельно. А вот эти четыре мы начинаем вставлять вот в эти ножки. Они одинакового размера, и это будут ножки нашей кухни. Вот такие пасы сшиты, очень плотная, крепкая ткань, не знаю точно, как она называется. Мы его называли в свое время брезент. Потом берутся вот такие вот пластмассовые уголочки. Они имеют вот такие регулируемые ножки на резьбе. Сюда вставляются маленькие трубочки. А здесь уже вставляются большие. На эти ножки подтягивается ткань, которая служит нам шкафом для продуктов. Вот так переворачивается наша кухня. Устанавливаются вот сюда, вот есть пасы. Эти пасы входят вот сюда в клепки специальные. Вот они, пасы. Входят в клепки. И раскрывается вот такой вот столик. Вот есть вот такие пасы, а здесь дырочки. Вот эти дырочки входят. Пока новое, слегка жестковато, чуть-чуть надо приложить усилия. Но я думаю, пару раз это сделается, с этой стороны то же самое, чтобы столик никуда не ушел. И вот в кармашке, вот в таком, лежит ветрозащита.
Некоторые на Ютубе говорили, что ветрозащита очень хлипкая. Я не понимаю, куда толще. Очень крепкая. Очень плотная. Выдавлены инициалы фирмы, герпер. Вставляется очень непринужденно вот в такие отверстия на столе. А на самой ветрозащите есть вот такой паз, который не дает ей откинуться. Все, получилась вот такая вот кухонька. Мне кажется, все очень быстро. 5 минут с разговорами. И здесь вот такие вот ящички. Открывается, вот можно его подвязать вот сюда на ленту. Но мы сейчас не будем подвязывать. А в нем находятся вот такие вот полочки. Полочки с плотного материала. Вот такой вот пластик. Вот легенький. Есть алюминиевая окантовочка. Есть вот такое окошечко проветриваемое. Здесь такой же ящичек у нас получается. Отсек. В одном можно хранить продукты, в другом можно хранить посуду. Вот так все выглядит. Очень достойная, очень крепкая, красивая кухня, мне очень понравилась. Вот сборка ее составляет около 5 минут. Я думаю, столько же составляет ее разбор. Спасибо за внимание. Ставим лайки.